Добрий вечір. Розпочинаємо після нашого прес-конференцію. Головний тренер футбольного клубу «Металіст» Олександр Кучер. Олександр Миколаївич, ваше резюме, будь ласка, поверні. Потім питання. Да, скажу так. Опасались, разговаривали много, говорили, что хорошая команда, хорошо выбегает, скоростные вингеры, нападающие быстрые, что внимание надо уделить им. И будет непросто. Будут новый тренер, будут доказывать, как оно и получилось. Вышли расслабленно первый тайм, сразу пропустили гол. Но порадовало то, что отреагировали быстро и создали пару моментов, забили два гола. Это, в принципе, хорошо. Но после этого снова успокоились. Второй тайм показал, что, не знаю, по счету играли. При каждом стандарте чужих ворот у нас появлялся момент возле наших. Где-то невнимательность была, выбегали просто и могли получить тоже. Ну, есть 3 очка, будем двигаться дальше. Пожалуйста, питання. Может быть, футболисты заглядывают в турнирную таблицу, и, может быть, из-за этого есть расслабленность? Ну, они, конечно же, понимают, они следят, я думаю, тоже, они знают результаты все. Каждый футболист, наверное, следит, да? Наверное, скажу, что где-то расслабились, почувствовали, наверное, самоуверенность, скажем так. Если ты уже можно надо быть уверенным, да, но не самоуверенным. Вот это, наверное, сыграло большую шутку. Ну, я же говорю, хорошо, что это так закончилось сегодня. Будем разговаривать, разбирать игру, конечно, сделаем теорию, поговорим. З точки зору психології, ми зараз ви відповіли на цей матч, а загалом вже понад 10 матчів ви для себе зробили висновок, яку планку треба посилити або з якою попрацювати саме нині в команді, в клубі, що треба змінити, підсилити, покращити? Ну, прежде всего хочеться, щоб всі ребята були здорові, ми були в повній обоїм, щоб ми могли робити ротацію. Сейчас нам тяжело, у нас все время кто-то выпадает из-за травмы. И когда будет 2 человека на позицию, нам будет намного интереснее тренироваться и играть. Вот совсем другое отношение. Думаю, они поймут, почему. Когда мы не можем человека сделать замену, потому что он играет все 90 минут, не заменим никого выпустить. Когда будет кого выпустить, тогда уже будет интереснее. Дякую. Александр Николаевич, с победой. Вот, возвращаясь к вашему предыдущему тезису, сегодня Ряскас впервые после повреждения вышел на поле. У него было достаточно времени. Как вы сегодня его игру первую после возвращения в строй оцените? Это прежде всего было эмоционально его поднять, чтобы он приходил в свои более кондиции, набирал быстрее, чтобы возвращался уже в общую группу, скажем, полной боевой готовности. Так, конечно, ему тяжело, ему надо набирать форму, что будем ждать его еще. Ну, дальнейшем, что я надеемся, что он будет лучше говорить. Скажите, пожалуйста, какая эпидемиологическая ситуация сейчас в команде? Как ставятся игроки до щеплення? Чи все щеплені? Ну, эпидемиологическая... Это все индивидуально. Абсолютно, да? Да. Немає якогось там, ну, загального правила для всіх, то як хто хоче, так і робить. Желаю, да, я предложив, говорю, хотите, можете впливатися. Ні, це все лично ваше, не заставляйте, я нікого не буду. Дякую. Доброго вечора. З приводу знову таки конкуренції по позиціям. Вже почав тренуватись Банада, чи є ймовірність, що в наступному матчі він зможе вийти? Ну, він тренується індивідуально, що з фізіотерапевтом, да. Так що ми чекаємо його, звісно, в общу групу, і як він швидко підійде, ми будемо дивитися, наблюдати в течение неділі. І наскільки серйозно там чекає? Ну, я думаю, що вже в ближайшее время вернеться. Дякую. Можна повернутися до теми щеплення. У вас є дані, скільки все ж таки членів вашої команди щеплені?
Ну, я не проверял, не хотел спрашивать. Я предложил, но я знаю, что некоторые ребята делают. Не буду называть фамилии. Ну, який процент відсоток у вас немає такого? Ну, я не веду его. Ну, ваши медики. Ну, это к медикам вопрос. Я же говорю, ну, я знаю там некоторых, кто прививался, я знаю. Но я не буду озвучивать это. Ні, ну, звичайно, це особиста інформація. Тобто у вас таких даних немає? У доктора все есть. У меня нету, я не веду учет привиток. Я тренирую команду. Мне надо ее потренировать, а рассказать. То есть вы идете а есть доктор, который должен этим заниматься, правильно? Я ж не знаю, коли хтось выйдет из строя, вы же маете, ну... Мы делаем тесты. Мы все время проводим тесты. А как часто? Как по регламенту. Раз в две недели. Колега, чи є питання ще погрів сьогоднішній? Погрів, власне, пане Олександре, скажіть, будь ласка, раптом сьогодні на 17-й хвилині права північ запалили фейра і в дим, і в той момент пропустили гол харківська команда. Питання, ну, наскільки це можливо вплинуло, і по-друге, подекуди пишуть в соцмережах, що там якесь непорозуміння з клубом, з ультрасами, прокоментуйте цей момент, наскільки є контакт з болівальниками. Нічого такого, ні, тут з ніяких проблем, ну, все нормально у нас з ультрасами, хороші отношення. А, те, що сьогодні там запалилося раптом дим, це і тут пропустив харківський клуб. Ну, буває таке теж. Дякуємо. Дякую. Спасибо большое. Дякую.